Всех приветствую на канале Турист. Я снова в своей хижине. И, кстати, как вы видите, я вон доделал стену и сделал, еще приходил и быстренько установил. Это вот минут 10 было, потому что он ходил у Косины установил. Также вот там две штуки. Ну, это вот все изменения, которые произошли. Еще она, кстати, не доконопачена. Что же сегодня будем делать? Эти две стены у меня пока не получается сделать. Проблемы с материалом во всем лесу. Просто его нету. У меня есть там одно бревно. И все. Больше нету. Придется ездить в другой в лес и собирать там дрова. А что сегодня у нас будет? Это... Будем начинать делать пол. Сейчас вот здесь уберемся и начнем его ставить. Буду делать из жердей, из досок, потому что, я говорил, очень много выйдет их. Мне уже такой результат нравится. Так что сейчас у меня там уже есть заготовленная жердь. Это просто я по дороге было принес, вот ходил я материал смотреть. Кстати, вы, наверное, заметили, что я забыл микрофон. Я его не забыл. Просто он у меня оказался незаряженным. А пока погода хорошая, я решил идти. Но вам, наверное, главное смотреть, какой результат у меня будет. Я вроде у этого телефона, у этой камеры получше и качество, и звук микрофона. Поэтому попробуем пока так. Сейчас пойдем за оставшимися жердями. Комары, конечно, это настоящий ужас. Сегодня тоже погода, я бы сказал, идеальная. Нету солнца, то есть не жарко и не холодно. Идеальная погода, только от комаров, конечно.
много. Также я в шоке с этих. Первый раз я вижу, чтобы дрозды себя так вели. Но я знаю, что они защищать-то будут. И... Но я не знал, что они могут грязью кидаться. Они всю спину и скидали. Я, короче, вот так вот пролетаю, прямо рядом со мной. И кидаются грязью. И у него в рот ее набирают. О, еще дрозды. Следующая партия бомбардировщиков. Вот это, я думаю, может закинуть на крышу, на самую верхнюю часть крыши. А то у меня там есть одна дырка, мне кажется, в той части может сгнить. Это у меня немного жердей еще есть. В принципе, нужно сделать только до этого, до определенной части, а потом нужны уже будут маленькие обрезки, чисто на вход. Вот для того, чтобы печка была там. Нужно будет все равно сделать под нее фундамент. И вот под фундамент будет там площадка из кирпичей. То есть в квадратках сделали. Ну, в прошлый раз сделали, вот так же сделаем сейчас. Вот такой у нас пока результат. Доделаю это потом, пока у меня нет жердей больше. Тут осталось чуть-чуть, и вот так вот сделаю здесь. А это место для печки будет. Фундамент там нужно будет под нее сделать. Видео получается коротким, поэтому хочу сейчас покрыть всю крышу мхом, потолок. Если сейчас получится. Пока я решил еще не покрывать мхом. Потому что у меня сейчас много вещей на потолке, потом их нужно будет убрать, плюс мешок взять, чтобы мог таскать. Потом уже все покроем, и я нашел миллиметровую фанеру.
помощью нее мы покроем. То есть сначала положим мох, на него уже вот эту фанерку, а потом на него еще опилки. Был хороший слой сверху. И тепло не уходило никуда. Комары уже достали. Ну, я с вами буду прощаться. Вы были на канале Турист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.